Привет, друзья! Мы начинаем уже следующий влог. Вот так вам покажу, сколько у нас тут мусора накопилось. И Катя порекомендовала взять камеру, потому что у нее тут красота, вкусная картошечка, компотик собственного производства. Это все ягоды, которые мы наморозили. Ну и сейчас с тобой посмотрим серийку, да? Ну и начинаем новый влог. Да, Катюх? Угу. Давай, держи пятюню. Приятного. Вылезли с Катюшкой, чтобы прокатиться. Тачка пишет 4 градуса. И я нацепил впервые за эту осень зимнюю куртку уже. Потому что невозможно. Катя надела зимнее пальто. Но оно, мне кажется, больше осеннее. Зимой мне было в нем прохладно. Погода жесть. Что-то я не припомню таких сентябрей холодных. Такое должно быть уже где-то в конце октября. Угу. Но не в начале сентября. Я думал, мы еще будем в шортах с тобой ходить. Я тоже надеялась. А у нас опять ПП. Мы заехали во вкусную точку, набрали себе говнеца. Что-то так захотелось. Я думаю, у многих бывает вечером что прям шуршишь? Зудит. Шуршишь. Ну что? Ну я же не специально, он такой. Приятного аппетита. Я не о себе забочусь, о подписчиках. Им будет очень громко. А где салфетки? Благодарю. Буду пробовать какую-то фанку новую, манго гуава. Не пробовала такого ни разу. Интересно, розовая. Даже попробовать. Не оранжевая, а розовая. А тебе салфетка не нужна? Ну подожди, дай попью. Ну я тебе, если что, тоже достал. Угу. Вот такие у нас вечерочки. Ну что, вкусно? Угу. Ой. Из чего? Просто так. Попробуй, да. Очень вкусно. Вкуснее, чем обычная фанта. Ну да, ничего. А я взял спрайт себе. Ничего нет. Лимонада нет, колы нет. Ничего нет. Зато картошка есть. Угу. Подгорела. Да, вот это да. Я вот смотрю на себя. И чего? Не нравится мне. Красивая у меня, очень красивая. Ладно, надо привыкнуть сниматься без макияжа. В любом состоянии. Да. Мы люди, мы же не модели, которые по подиуму ходят всегда. Я знаю, что если я оденусь красивенько и накрашусь, я буду выглядеть как модель. Могу быть и в спортивном костюме, с жирными волосами. Да. У меня вообще прическа горшок, я не парюсь, мне пофигу. Немножко покатались, уже едем домой, сейчас в Азбуку зайдем, земечки купим. Что-нибудь вкусненькое хочешь? Вкусно. Да хочешь. Нет, у меня пипец красивый. Кто там что говорит? Просто модель. Я не знаю, чем мне будет. Сейчас придешь домой, что-нибудь решишь. Во-первых, мне нужно выбрать поехать в плане сверху, вот эту жилетку, ты говоришь, не холодно. А во-вторых, мне нужно решить, чем я пойду в ресторан. Смотри, какие я семечки нашел. Смотри, какие зубные щетки нашла. Жесть, здесь с этими с насадками. Выглядит красиво. И что, денег сколько стоит? 6-7 тысяч. А семечки я тоже, смотри, какие элитные нашел. Особенно. 269 рублей упаковка. Соленые. Как не соленые? А, где? Они не соленые. Разве? Да. Это там обычные. Только красные такие есть. Это обычные семечки. Блин, отстой, если соленых нет. Нет. Пойдем, да. Пойдем, да. Вот. Вот здесь я две пачки последние забрал. Видишь, и есть только красные. Азбука возьмем. Две пачки бери. Это на пробу. Ну, ни разу не брал. Мне так нравится у вот коломенского йогурта, очень прикольные упаковки, мы их сохраняем, мы и потом брали сами... Вот такие, мы брали стеклянные. Ну, я к тому, что мы их сохраняем, и потом используем. Я туда десерты тоже кладу. Ну, прикольно они выглядят. Туда даже свечки можно потом. Бери голубику. А, ежевику хочешь? Взяла бы такую штучку попробовать. Блин, возможно, посчитаете, что я немножко не это, не образованная, но я не знаю, что такое марципановая картошка. Я ни разу не ел, я тоже не знаю. Миндаль, какао-порошок, еще что-то. Вот я тебе предложил его взять. Смотри, баунти есть. Это какое-то веганское. Я тоже обратил внимание. Да, и оно мягкое. Не хочешь баунти? Баунти? Целая банка. Или орео вон. Ты же его любишь? Я люблю баунти, но я не люблю стружку кокоса. Там она будет? Понятия не имею. Вкус кокоса я обожаю, вот стружку кокоса я не люблю. Я не думаю, что она будет в мороженом. В итоге определились с выбором. Вот эти бутылочки мне очень нравятся. Мы когда в Азербайджан ездили, несколько штучек покупали. Мы их выпили, и мамка оставила. Со
сандал здесь есть, крутят, да? Мне очень нравится сандал, то, что у них состав оригинальный. Да, смотри, сколько всякой фанты, чупа-чупс. То есть сандал я чуть не уронила мороженое. Ну, оно в пластиковой банке. Нет, я чуть не уронила его в бутылке вот так. Не надо, не хочу платить. В сандале нету ничего, добавок. А, это да, можно жить, да? Я возьму с собой Брянск. Блин, вообще круче. Бери белый. Молодцы. Молодцы. Я не знала, что у вас в Якутске есть шоколадки мои любимые. Шоколадки. Я не понимаю, почему только одна звезда горит? Вот, ее видно, кстати, на камере чуть-чуть. Они есть, я думаю, просто из-за того, что здесь много света, мы поэтому ничего не видим. А так почему это видим? Помнишь, мы с тобой, когда по трассе ехали, ну, я... где-то в горах. Извини, я снимала твое плечо. Ну, ничего. Говори. Когда по трассе ездили, ну, когда сильно темно, вообще все небо просто, ну, все видно. А да. Тут, да, я думаю, пинка вот это все... Но одна же звезда видна. Одна, да. Ну вот. Но она типа самая яркая. Я почему-то это, в детстве слышала, что если идти на встречу самой яркой звезде, то придешь на Северный полюс. Пешком? Да. Прекрасно. Да уже не скоро. Что у меня? Конечно, встречу, да. Да. Я хотела сказать. Там же не сказано. А в итоге сказала, там же не сказано. Не сказано. Ты заметила, когда я сейчас покупал стики в магазине, я ей показал паспорт и сказал, да, я старый пердун, она засмущалась. Угу. Она прям покраснела. Ну круто, что тебе... Что у меня с речью, реально? Ты хихи словил и все. Короче, круто, что тебе дают меньше 18. Ну, не дают, а думают, что такая возможность есть. Что тебе, я молодой. Что тебе 16 или 17. Я просто, думаю, ты за прически гачка. Просто тестостерон фигачит, и борода выросла рано. Ну, ничего. Да я говорю, ты за прически горшка, она мимо молодит, она подумает, что за долбоёб. Вы писали же комментарии, то, что я тебя делаю немножко моложе, да? Не только это как-то получается так само по себе. Да, еще я вообще прическу. Не парюсь, знаешь, она на самом деле отрастет, потом еще попробую. Потом еще раз горшочек тебе нафигачу. Да, потом еще раз горшочек буду. Меня вообще не парит прическа. Я раньше, знаешь, за этим следил как-то, да, что вообще все равно. Не хочу тратить свое время, жизнь на такие мелочи. Да я тебе все прекрасно сделала, лучше, да, чем в некоторых барбершопах. А мне реально нравится. Вот, ну, типа, ты можешь думать, что я тебе сейчас льщу. Ну, мне нравится, прикольно. Сзади немножко, да, согласен. Немножко стрелка. Есть куда стремиться. Сбоку вообще отлично. Я тебе, когда затылок твой вижу, мне просто хочется угорать, мне на смех пробирает. Особенно вот эти, да, вот эта хрена, которая тут. Ну, висит горшочек, я тебе низ сделала лысый, и сверху у тебя просто горшочек прикрывает. Ты можешь, кстати, когда вернешься, чуть-чуть, и вот тут я подрасту, ножницы возьмешь и рубаешь. Да я не умею ножницы, мне проще машинкой. Я не знаю, как ножницами работать. Я вчера вот так вот захватываешь. Ну, я захватывала вчера, типа, покромсала, у тебя верхушка вся разной длины, просто ты этого не замечаешь. Я заметил, когда видео пересматриваю. Все, Катюшка меня оставляет на пару дней. Сушит волосы, наставляла мне трусов носок. Я потом разложу. Какую? А, на Wildberries купили. Да, удобненько стало. Но у нас еще тут мелкие штучки есть в ванной, которые Катька докупила, удобно. Вряд ли кому-то интересно, но тем не менее, тут вот для бритв, для мыла. Ну ты на пару дней, да, ведь? Да. Ну да. Не больше. Не больше. Надолго меня не оставляешь. Да ладно, ты все равно к маме поедешь. Я сейчас с ней разговаривала, она сказала, что вы по ТЦ побродите, погуляете, покушаете. Так что тебя тоже так развлекало. Да, без тебя буду сериал смотреть. Ноги океана? Да. Так нельзя. Надо было тебя закачать в поезд на ноуте. Закачивай. Я не успею уже, наверное. У меня сейчас звонок начнется. Я вот камеру взял сейчас. Как скачивать? Время 7:00. Катюша уже вот-вот с минуты на минуту должна приехать в Брянск. Она поехала на поезде. Ну, а я тут
собственно, сидел, работал, у меня ничего интересного не происходило. Сейчас еще полчасика посижу за компом, помоюсь и поеду к маме в гости. Я этот влог завершу на этом моменте и завтра обязательно еще что-то поснимаю. Не знаю, что у нас там с мамой получится. ТЦ побродим, может быть, что-то купим. Ну, в общем, будем отдыхать и развлекаться. Ну и заодно маме вот такую вазу отвезу. Катюша заказала ее на Wildberries. Выглядит достаточно забавно. Сюда в эту колбу вставляются сухоцветы и вот так вот симпатично все выглядит. Ну, как-то так. Ребят, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, понравилось, не понравилось. И, ну, может быть, в воскресенье выложу еще какой-то вложик. С собой возьму комп для того, чтобы мама помонтировать вечерком. Ну и, надеюсь, все получится. Если нет, то в понедельник обязательно выложу.